Диане всего 6 лет, и она очень любит рисовать. Именно поэтому, узнав о конкурсе рисунков, девочка немедленно приступила к созданию своей работы. Тем более, что ее семья оказалась самой многочисленной, ведь дома у Дианы проживает целых 7 животных. Я нарисовала облака, небо, солнце, родителей своих и своих животных. А как зовут животных? Ляля, Рыжик, Бандит, Ваня, Суша и Егор и Бася. Конкурс уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой проводится в социальных сетях в преддверии Дня семьи, любви и верности. Ребята из детского сада номер 39 с удовольствием рисовали своих родных и близких, но не забывали и о домашних питомцах. Маму, папу, себя и собаку с кошкой. Как зовут собаку с кошкой? Кошку Шурик, а собаку Монька. Кого ты нарисовала? Маму, младшего брата, папу, себя, две собаки и одну кошку. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо опубликовать в Инстаграм горизонтальный детский рисунок с хэштегом «Это моя семья». Указать муниципалитет, имя и возраст ребенка, а также в подписи к работе сказать несколько слов об авторе. Нам сказал воспитатель, будет конкурс. Рисунок про мою семью. Тут есть мама, брат, дедушка, бабушка, папа, я и мама. Тут цветочки, всякие животные бегают. В детском саду номер 39 педагоги стараются как можно чаще принимать участие в подобных конкурсах. Тем более, что на этот раз речь идет о самом дорогом, что есть у каждого человека – о семье. У меня многодетная семья. У меня 3 детей, 3 мальчиков. Вот. И в саду своим детям, которые у меня уже выпустились, я всегда говорила, что мы одна большая семья. И всегда учила их, чтобы мы всегда были вместе, никогда, друг друга не обижали, всегда друг другу помогали. Также и у меня в моей семье тоже, что мы одна сплоченная семья, друг другу любим, доверяем друг другу, не ругаемся, не ссоримся. Вот, поэтому конкурс рисунка – это показать детям, что вот эта вот сплоченность, что нужно любить друг друга, уважать друг друга. Свои работы в детском саду создавали как дети старшей подготовительной группы, так и крохи, которым всего по 3 года. Причем, в отличие от ребят постарше, малыши рисовали акварельными красками. Лучшие рисунки войдут в ежегодный календарь уполномоченного. В случае, если работа окажется в числе 12 лучших, потребуется ее качественная цифровая копия для печати. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».